очень-очень сильно, ни разу не приходилось выступать на такую огромную аудиторию. Я расскажу, что мне помогает расти и развиваться в этом бизнесе. Я расскажу, что меня толкает вперед. Но сначала два слова о себе. Я из города Оренбург, банковский сотрудник. В течение 11 лет трудилась во всех крупнейших российских банках. И вот однажды, полтора года назад, пришла я в компанию «Орифлейм». Знаете, поверила не сразу поверила в себя, но просто начала делать. Я считаю, что секрет успеха здесь, он как раз и заключается в том, чтобы делать ежедневно, относиться правильно к бизнесу, относиться как к работе. И невзирая ни на какие сложности, ни на какие трудности в бизнесе или в жизни, в личной, которая тоже вместе с «Орифлеймом» у нас есть, и вот нужно все это уметь переплетать и идти к результату, что бы ни происходило. Что мне помогает это делать, это, конечно, мои мечты и цели. Сначала цели были маленькие, когда пришла сюда, но первая моя цель, которая меня толкала, это было просто нежелание работать в банке. Такая вот я лентяйка, хотела быть дома с семьей, с детьми. Но потом, увидев масштабы, увидев перспективы компании, увидев новые горизонты, ну, я не знаю, просто крылья за спиной начали вырастать. Эта компания, она мне столько возможностей подарила, я просто на мир по-другому начала смотреть. Эта компания свела меня со столькими людьми и уверенно еще со многими замечательными людьми сведет. И, конечно же, мой успех без моей команды был бы невозможен. Девчонки сейчас здесь со мной поддерживают меня. Я продолжаю идти дальше. Есть новые планы, есть новые цели. Я считаю, что «Орифлейм» — это возможность, за которую нужно просто цепляться зубами и идти вперед. Всем-всем желаю. Всем желаю успеха в этом бизнесе. Нужно поверить в себя, поверить в компанию, поверить в своих партнеров и просто действовать. И тогда все обязательно получится.